Ребята, всем здорово, давненько это видео не было, все потому что я летал в Грузию, покупал себе новый автомобиль, снимал про это видео, и скоро видео, такой сказать, отчет выйдет на канале. Если кому интересно, поставьте лайк. И сегодня мы будем распаковывать посылки от подписчиков, давненько их не было, очень давно, и скорее всего это будут последние посылки от подписчиков, потому что они приходят очень редко, не потому что их не хочу получать, а потому что они приходят очень редко, и понимаю, что... Ну, наверное, их больше не будет. Сегодня мы распакуем здесь пару ящичков. Приехало свеженьких. Начнем с вот такого вот маленького письма от Ющенко Юлии. Приехала до Житомирской области. СМТ городок. И сейчас посмотрим, откроем, что там нам прислали. Много зрителей у меня на канале, которые подписались для просмотров посылок от подписчиков. И, ну, как есть, да? То есть рубрики выживают из себя, и потом их просто не становится. Ну, это еще потихоньку, потихоньку живет, как видите. Раз в полгода выходят посылки. Так, здесь, я предполагаю, будет письмо. Не письмо, а вот такой вот Китай рулит. Дети мне присылают письма. И это хорошо, когда дети смотрят тебя, потому что у нас нет мата, нет жесткого какого-то контента. Все, так сказать, в разумных пределах. Плохому ничего не учим. Думаю, тебе понравится. Граффити от меня. Класс. Так, здесь у нас различные, конечно же, есть кофейки. Когда будешь монтировать, приятного аппетита. Вот. Есть у меня подписчики, которые, я знаю, будут смотреть всегда меня. Вот их не очень много, но они есть такие. Вот таких мне конфеток. Приятного аппетита, аппетита. Здесь жвачка. Еще конфетка, это лайку. Для Ангелинки что-то есть. Письмо для твоей девушки открывать здесь. Письмо для твоей девушки, значит, откроем, передам, не буду открывать, ну, как бы, подарок. И письмо, вот оно письмо, сейчас мы прочитаем. Привет, Игорь, меня зовут Юлия, мне 14 лет, и я надеюсь, что ты это письмо снимаешь на видео. Конечно же, потому что у тебя уже давно не было писем, но немножко позже я тебе отправлю посылку, а пока что радуйся этим крутым ништячкам. Спасибо, уже наступило лето. О, уже наступила осень. И это очень круто. А теперь пожелание, желаю тебе набрать 40 или 10 миллионов подписчиков, но это в любом случае много. Также счастья, здоровья и процветания канала. Продолжай радовать нас новыми видосиками. А также вопросики. Да, наверное, вопросы. Какую программу используешь для монтажа? Final Cut Pro. Твой любимый канал на YouTube. О, много смотрю хороших каналов. Как тебе письмо? Супер. И также передай мне приветик в своем видео и оставь, пожалуйста, ссылку на мой канал, который называется Юлия Рэй. Все, пока, увидимся в следующей посылке. Да-да-да, почерк у меня супер. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Ссылочка на девочку будет в описании. Может, кому-то кто-то перейдет, кому-то понравится. Пакетик чая здесь. И подпишется на ее канал. Жвачки, жвачки, жвачки. Здесь есть различные монетки. Я их всегда смотрю после видео. И здесь есть еще у нас что-то. Это вот тебе сюрпризик. Он делался целую неделю. Понимаете? Но надо распаковать. Как бы здесь вообще без вариантов. Когда делалось неделю, то это должно быть... Ну вот такое вот, ребята. У кого такое есть, а? Вот такое. Прям офигенно смотрится. Если это оформить какую-то рамочку, добавить какую-нибудь подсветочку, это будет очень круто. Спасибо Юлии. Ссылка на нее будет в описании. А мы переходим к следующей посылке. Так, следующая посылка у нас поменьше. Здесь прям побольше. Вот на днях я ее забрал. Девочка прям писала: «Забери посылку». Так, приехала от Саши Кадкырян, если я правильно прочитал, из города Черновцов. Вот так здесь все выглядит. Ну, в принципе, упаковано хорошо. Так, здесь... я понял. Ну, это посылка из вида... Так, я отправляю все, что мне не нужно, а ты выбери все, что тебе нужно. Здесь вот я до конца не понимаю, что это. Просто обложки, тетрадки. Но это, как вы же не понимаете, это просто уплотнитель был. Сейчас пойдет самое ценное все. Это тоже у нас уплотнитель, уплотнитель, уплотнитель. О, первая ценная вещь — это кисточка. Вот, она пригодится. Так, дальше у нас прищепка. Я понял. Я обожаю такие посылки.
Их было не очень много, хотя, наверное, они такие были все прикольные. Так, это мы убираем, смотрим дальше. Самое, как вы понимаете, крутое, что здесь есть, это вот такой вот DIY вентилятор охлаждения. Как видите, все здесь сделано нормально. У человека есть клеевый пистолет, поэтому он соорудил очень прикольную штуку. С блоком питания это все включается. И попробуем, может, работает. Тестируем! Да, это же огонь вообще. Реально работает. Вентилятор ручной, не нужно покупать. Перегревается планшет, перегревается ноутбук. Пам, у тебя есть вентилятор, который всегда с тобой. Включай и охлаждайся. А если тебе жарко, можно сделать подставочку тоже сюда на стол. Ты просто включаешь, и у тебя комфорт. Красавчик, просто золотые руки. Ну реально молодец. А, чуть палец не отрубило. Так, дальше у нас комплект автомобилей. А где письмо? Письмо здесь есть или нет? О, сейчас мы прочитаем письмо. Гривна, ну, чтобы на всякий случай. И множество различных конфет. И здесь письмо 1, как понимаете. И есть еще письмо 2, я так понимаю. Привет, Игорь, помнишь самоделки с канала СДЭП ТВ? Так вот, я теперь веду рубрику на канале Грита ТВ, господи, на котором более 3000 подписчиков. Ссылка, как понимаете, внизу. Узнал о твоем хобби и отправляю машинки. Спасибо тебе, спасибо огромное. Так, это письмо есть у нас, это письмо 2. Хобби мое такое, которое уже давно закончилось, потому что полки, на полке это все не вмещается. Так, привет, я Арсек Грита и, скорее всего, твой самый лучший подписчик. У меня тоже есть канал Грита ТВ, я тебе желаю здоровья, будет здоровье. Ты сможешь дальше делать крутые видосы и станешь еще популярнее. Я тебе отправляю море позитива и подарки с другом. Будь здоров, слава Украине, ты топ-ютубер. Если сможешь, подпишись на меня и поставь ссылочку в описании. Да, это звук пропал и сели батарейки. Дальше я здесь рассматриваю машинки, восторгаюсь этим комплектом. И еще у нас есть супер кран. Ну, здесь как бы вообще без вопросов. И, знаете, вот купили рекламу на канале у меня только что. Грита ТВ за 1 гривну. Самый успешный коммерческий проект на канале за 1 гривну. Следующая посылка приехала из Киева. Прислала Даша Сиваненко. Девочке 14 лет, и знаете, вот, когда я открыл эту посылку, я был очень удивлен, потому что там было очень много всего, и было письмо для личного прочтения, и в этом письме, как странно, я не видел ни одной ссылки, вообще ни одной ссылки не было на рекламу, просто подписчица прислала мне посылку, это было очень приятно. Посмотрите, сколько здесь навалено различных подарков, упаковано все очень красиво, разноцветную бумагу. Это была одна из самых, наверное, последних креативных суперских посылок, которые я получал от подписчиков. Просто поднялось настроение в раз. Ну что, смотрим, что приехало. Первое, что я распаковал и немножко надрезал своим острым скальпелем, конечно же, семечки. Куда же без семечек? И если их надрезал, то, конечно же, их нужно попробовать. Как так-то? Пачка-то уже открыта. Оцениваем семечки. И хорошие семена, вопросов нет. Следующая посылка у нас оказалась тоже с семечками, но только они были уже соленые. И я их тоже надрезал скальпелем, случайно абсолютно, и решил тоже попробовать. И эти семечки были еще вкуснее предыдущих. Я подумал, может, эта посылка вся с семечками? Но нет, потом у нас пошла шоколадочка Корона, молочный шоколад. Потом у нас вылез M&M's, вот такой вот красавчик. Вот тут жвачки, очередные жвачки есть. Сегодня, короче, пополняем запасы. Давно таких запасов не было именно сладостей, сегодня, я так понимаю, не будут. Называется, немножко помучайся, прежде чем достать, немножко надо потрудиться. Здесь попкорн, я так предполагаю. Вот он, попкорн. Немножко тоже обрезал. Все-таки скальпель не подходит, но куда деваться. Спасибо за попкорн. Так, что здесь такое у нас интересное? Опа! Это у нас... Что это такое?
Это что-то какое-то печенье или что это? Спеньте мыло на влажной коже. Это мыло. Смотрите, какое прикольное. С арбузом и здесь еще с чем-то. Вот. Если честно, даже пахнет в закрытой упаковке. Огромное спасибо. Офигенно пахнет. Просто круто. Так, это у нас батончики. Один батончик пошел. И второй батончик пошел. Вот таких два шоколадных батончика. Спасибо. А вот такого вот никто не присылал. Сколько было разных посылок. Может, конечно, присылали в одном количестве. Но вот в таком вот количестве не присылали. Это упаковка спичек. Здесь 10 коробочков. Класс. Да, если в детстве мне такое дали, я бы, наверное, сознание потерял бы. Спасибо. Так, дальше у нас идут вот такие вот карамель. Вот упаковочки. Написано, кстати, карамель. Людяникова. Вот так вот, ассорти. Так, чувствую, здесь какой-то шоколадный будет батончик. Опа! А здесь у нас печенье Орео. Целая упаковка. Класс. Так, конечно же, наверное, как кофеек. Как ко всем этим сладостям. Еще одна упаковочка немножко примоталась. Опа! Есть! Два МакКофе, три в одном. Так, пошла тяжелая артиллерия Марс 2Х. И это просто девочка смотрит канал. Не знаю я до конца, что я здесь крутого снимаю, но есть такие подписчики, которые мне присылают сладости. Спасибо вам огромное. Так, это что-то интересное. Я, если честно, не знаю, что это такое вообще. Так, а что это может быть? Не могу даже предположить, что это. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Три разноцветных какие-то порошки или что-то, скорее всего, это с водой связано. Не знаю, что это. Поэтому, если знаете, напишите в комментах. Очень интересно. Первая партия распакована. И еще дальше здесь. Еще. Сейчас мы вот так вот выгрузим. Смотрите, сколько здесь всего интересного. И самое последнее написано. Осторожно, откроем в конце. Так, здесь у нас опять же различный кофе, вот такой вот разненький. Так, у меня уже здесь такая кучка образовалась всяких прикольных вкусностей или просто вкусностей или просто сладостей. Так, дальше, как видите, процесс пошел побыстрее. И здесь у нас огромная просто упаковка жвачки Мамба. Очень вкусная жвачка. Кто-то когда-то присылал, я уже пробовал. Я обычно просто такие вещи сам не покупаю. Не знаю я, то ли... Но они не особо полезные, поэтому, скорее всего, я их и не беру. Но когда мне присылают подписчики, ну, здесь деваться некуда. Все вкусности уходят. Так, печенье, зум-бум, печенье для детей с молоком. Вот такое вот. Первый раз вижу. Где вы его находите? То ли я не бываю в магазинах. Спасибо. Так, здесь у нас... Что это такое вообще? Какое-то такое жидкое. Сейчас я что-то не пойму. Что здесь? Что это такое? Короче, здесь ни одного просто русского слова нет. И я не понимаю. Кофе какое-то, скорее всего. Вот это уже интересненько. Так, целая упаковка печенья до кавы. То есть до кофе. Или кофе, точнее, будет. Вот такая вот пачка еще печенья. Па. У-у-у, живем! Здесь у нас разная мелочь, которую можно потратить в магазине. Здесь у нас жвачки. Жвачки Low Is. Вот столько жвачек. Спасибо. Здесь еще у нас карамель со вкусом клубники. Дальше, чтобы это все запить, конечно же, должна быть Фанта, а вторая бутылочка или баночка, точнее, будет, наверное, с колой. Баночка Фанты с апельсиновым соком, конечно. Кола, Кока-Кола, Оригинал. Можно выиграть еще здесь поездку на двоих
Вот, вот, вот такая вот баночка. Кстати, все такое прохладное, холодненькое, потому что в багажнике в машине стояло. Так, и финалочка, самая последняя. Осторожно, осторожно, осторожно. Реально постараюсь осторожно открыть. Здесь просто огромная куча. Я вот так вот, наверное, сейчас, ладно, откроем это, вам покажу, сколько всего прислали. Мне очень приятно, спасибо большое. Так, здесь какие-то тетрадки, что ли, не знаю. Сейчас я посмотрю. Какая-то тетрадь. Что-то здесь есть. Здесь две просто крутых тетрадки. Сентябрь же, школа, понимаете? И с такими тетрадками я бы сам в школу ходил. Посмотрите, какие крутые. Полиграфия, как в глянцевом просто журнале. Спасибо огромное. Так, я так понимаю, что это все. Коробка у нас пустая. Я абсолютно все распаковал. Давайте я, наверное, буду вот так вот просто сюда вот подостаю. Чтобы вы понимали, сколько всего приехало. Только от одной девочки, которая просто смотрит и никакой рекламы. Просто она присылала вот такую вот кучу всяких сладостей и всего-всего-всего-всего. И это только вот часть, еще там дальше оно все. Вот так вот. Огромное спасибо. Просто спасибо за то, что присылаете посылки, никакой рекламы, ничего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, настроение очень классное, потому что, ну, классно, когда есть подписчики, которые просто присылают вот без рекламы. Всем спасибо, до новых встреч, хорошего всем настроения, пока-пока!